Всем здорова, дорогие друзья, с вами Дима КамАЗ, и сегодня мы продолжаем проходить Underground 1. Так, собственно, сегодня мы будем продолжать проходить, соответственно, как я уже сказал. Сегодня, как я, по-моему, я говорил это в прошлой серии, не помню, но что-то говорил вроде бы, то, что мы собираемся тачку обновить, то бишь поменять, поэтому давайте поменяем. У нас отличный вариант появился, это у нас получается Subaru Impreza, да? Вот, я даже так думаю, это будет хороший вариант по приобретению. Потому что Civic как-то уже поднадоел, надо что-то уже стремиться к какому большему чему-то там, и, собственно, да, это будет логично. Берем. Так, Так, характеристики Сара автомобиля, характеристики нового. Короче, у нас получается скорость, это получается максималочка, да? Максималочки больше, в основном все то же самое. Ну, окей, погнали. А, да, купить эту машину. Отлично. Мы приобрели это транспортное средство, так скажем. Давайте разберемся по внешке. Потому что серый, но он не смотрится в любом случае в этом тюнинге, который у нас сейчас имеется. Поэтому надо поменять его немножечко. Может, и передний бампер, кстати, тоже. Или нет. А, я думаю, то, что нет, надо будет уже, когда у нас следующий бампер откроется. Потому что здесь ну, что-то не очень. Как минимум, может, ну, что-то поменяем в любом случае, я думаю. Ну, по крайней мере, спойлер. Я точно думаю поменять, потому что что-то не очень. Здесь он смотрит, хотя... Ладно, пусть так останется. Остается. Так, а вот по дискам надо поменять будет. Что-то надо поинтереснее поставить будет. А, так. Это нет. Дисков, кстати, не так уж и много. Давайте вот эти просто мне нравятся. Давайте вот эти поставим, они неплохо смотрятся, я думаю. Так, сюары, так, подсветка, синюю, ну, пока синюю оставим. А, фары у нас тут поменять пока нельзя, огни тоже поменять нельзя. Так, глушитель. Или тоже пока что поменять нельзя, тонировка у нас стоит. Так, а покраску нам надо. Цвет. Давайте темно-синий цвет поставим. Цвет дисков. Вот такие диски поставим потемнее, да? Это мы трогать, ну, хотя вот это вот можно, наверное. Ну, пусть такие будут. Так, наклейки, ну-ка, наклейки, так. Я случайно пропустил. Так, аппликации давай посмотрим. Аппликации — это такие огромные стикеры, которые приятно разнообразят внешний вид твоей машины. Выбирай на вкус. Так, у нас имеется 4 слоя. Давайте посмотрим. Так, борт, капот, марка машины. Давайте борт. Чем бы и не поставить что-нибудь. Я думаю, будет неплохая идея. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. А то иначе такое себе. Пока ничего интересного. Я немножечко обосрался. У меня случайно запись остановилась. Я не специально, это как-то так получилось. Я не понял, как это получилось, но короче. А, нет, не надо ничего заменять. Я выбрал вот эту аппликацию. Покрасил в красную, все окей. У меня почему-то запись остановилась, я не знаю, почему так произошло. Типа, у меня идеи нету, почему это могло произойти. Ну ладно, короче, первая гоночка, погнали. Не знаю, как у меня запись остановилась, типа, ну, идей нету у меня по этому поводу. Ну, никаких абсолютно. От слова совсем. Воу-воу-воу-воу-воу, нормально, стартанули. Так, а я про линию забыл немного. Так, сюда погнали. Так, пока обошли, но, кстати, мы недалеко ушли от них пока что. Пока что не сильно далеко. Так, вруливаемся. Вруливаемся, так, тормозим. Сюда, тормозим, отлично. Так, к управлению привыкнуть я уже подзабыл тут немножечко. Потому что давно не записывал Underground. Подзабыл уже, малёха. Чё там, да как? А! Перный театр! Вот нитро сейчас, в принципе, можно использовать, да. Тупой поезд, блин, а? Вот ё-моё, ну как обычно. Так, сюда я не поеду. В жопу. Я помню, там не очень срезка. Но пока непривычно. Он немножечко не так управляется, как Civic. Civic как-то поинтереснее управлялся. Ну, надо что-то менять, потому что на хейке на одном кататься неинтересно. Надо что-то новое.
в любом случае. Так, а у нас спринт, да, у нас спринт, но надо как-то догонять их, а то мы просрём. А просирать нам не надо. В любом случае. Так можно было и не тормозить, в принципе. Зря я это сделал. И, блин, 2 секунды нам навозит лидер. Это не очень хорошо, если честно. Я бы сказал, это даже ужасно. Ну, вот если серьезно. Это хочу... У нас, кстати, уже, мне кажется, скоро гонка закончится, а мы все не можем доехать до них. Так, Эвик, подвинься. Эволюшн, Развалюшн, блин. Подвинься нафиг. Блин, я не могу догнать ту тачку. Что это у нас там едет? Это Эклипс, блин, едет. Эклипс, ну давай, тормози нафиг. Тормози. Догнать, догнать, догнать. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда, блин. Ну давай же. Давай, 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 давай. Ё-моё! Тихо. Так, сзади, 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 сзади. Сзади едет. Так, тихо, 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 тихо. Фух, проехали, нормально. Ебой, отлично. Повезло. Еще бы чуть-чуть и обосрались бы по факту, в принципе. Заезд на выбывание. Нифига, тут точка розовая прикольная. Это что у нас там? Это что-то не вижу. Тут понять не могу, что это у нас. Nissan Setra. Понял. У нас, походу, после этого заезда новая тачка откроется, потому что 3 тачки таких. Ну, или, по крайней мере, скоро. Ну, ладно, у нас пока Субарик. Менять пока ничего не собираемся. Пока нам по кайфу. На Субарике. У нас получается 3 круга. Надо догнать вот эту тачку беленькую. Этот Ниссанчик. Так, тихо. Аккуратненько. Вруливаемся. Отлично. По кайфу. Так. Что, опять срезаем? Да, только давайте в этот раз нормально срежем. Вот в этом месте, а не как в прошлой серии, то, что я здесь кульбиты наворачивал. Ага. Ну, в принципе, я еще хуже проехал, чем в прошлый раз. Ничего нового. В принципе, как обычно. А, ну они, в принципе, здесь тоже обосрались немножечко. Я бы даже сказал, немножечко они тут обосрались. Поэтому шанс у нас все есть. Я, видимо, не один долбоеб. В этом городе, поэтому нормально. Все по кайфу. Все отлично. Ну, он, кстати, поинтереснее едет, я вам скажу. На самом деле, но только вот он интереснее-то едет, но, блядь, он управляется хуже, чем Сивик. Вот что я могу сказать. Едет-то поинтереснее, вот управляется он хуже. Вот в чем прикол. И это не очень-то и хорошо, на самом деле. Но ничего не поделаешь. Тут я ничего сделать не смогу. Только так. У нас еще получается 2 круга. Ну, мы должны догнать, я думаю. Лидера. Сосредоточиться просто. А то я что-то туплю, блин. Пойми, как кто еду, блин. Ё-май! Я больше здесь срезать не буду, вот именно там вот, по верхотуре я срезать не буду. Я срежу по другому пути, или вообще срезать не буду. Вот это место, все в жопу, я по нему ездить больше не буду. Нахер оно мне не надо. Я 2 раза уже убился. Причем пролетел я нормально, почему-то когда приземляется, он отлетает. Я не знаю, как это происходит, ну, вот так вот как-то. Ну, типа, я не знаю, как это происходит. Вообще, понятия не имею, никакого абсолютно. Поэтому, ну нахер эту... А, у нас на выбывание гонка. Я думал, обычное кольцо. У нас гонка на выбывание. Я реально, я обосрался. Лучше вот понизу проезжать, вот реально. Намного безопасней. Вот серьезно, вот в разы безопаснее. Там вот... Ну нахер, я там больше ездить не буду. Там вообще ни разу не безопасно. Абсолютно, вот от слова совсем там невозможно ездить. Там срезать я больше не буду. Жопу. Вот реально. Не хочу. Вообще, абсолютно не хочу. Слово совсем. Не тросик. Да ё-моё, нет, 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 чувак, 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 тормози, тормози. Ё-моё. Тупой трафик, я его не увидел, блин, или увидел. Ну, короче, проглядел.
Блин, а, ну только не три. Ну только не еще раз. Не надо мне еще раз. Не хочу еще раз. Я как лох, блин, не хочу я. Идите вы нафиг, а. Ну нахер. Так, так, давай, догнать его надо, блин. Он по той срезке проехал. А я по этой поеду. Где безопасней. Так, пошел нахер! Отлично, обогнали. Не зря я по нижней срезке поехал. Там безопаснее, он время потерял, все. В итоге он сзади. Его на позицию удержать, а то иначе такое себе будет на самом деле. Будет очень даже плохо. Так, тихо сюда. Аккуратно. Так. А! Нет, 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 давай, 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 давай. Фух, нормально, все, проехали. Все отлично. Все хорошо. Все просто замечательно. Дрифт? Ого, парень. Учти, здесь все серьезно. Таковы правила. Здорово. Я только что болтала с фотографом из Chrome and Flemon. Он хочет отснять самую крутую тачку. Усек? Ну, то есть после этой гонки мы получим новый журнальчик. Окей, я не против. Да, протестируем ее. О, пока что-то непонятно. Тихо, 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 тихо. Кстати, неплохо, неплохо идет. Если честно, прям хорошо идет. Прям замечательно, я бы сказал, идет. Вот реально хорошо идет. Ай-я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 й. Просрал, 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 блин, а. Вот она сильно углится, на самом деле. Вот я еще могу сказать, она углится прям очень сильно. Угол у нее прям большой. Вот это минус. Потому что я пока... Блин. Я привыкнуть пока к ней не могу, но какая-то немножечко буйная. Вот реально. Давайте заново начнем, вот какая-то херня. Я пока как-то привыкнуть я не могу, мне надо привыкнуть немножечко. Пока непонятно. Она прям вообще такая непонятная, на самом деле. Не могу ее понять пока что. Надо просто привыкнуть. Давай сюда, 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 сюда. Отлично. 6 тысяч плюс. Давай, 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 давай. Сюда, 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 сюда. Поехали. Оп. Ручничком подконтроливаем. Давай, давай, давай. Сюда, 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 сюда. Отлично. Так, пока впереди. Так, у нас сейчас 4 круга этой трассы. Хорошо. Так, сюда. Так, давай, перекладка. Еще одна. Отлично. Замечательно. Так, сюда не надо врезаться. Хоть немножечко ручником контролить. Чтобы я в больший угол пихать, а то иначе я могу в стенку врезаться. Без каких-либо проблем. Мне надо просто привыкнуть. На не очень простое управление, на самом деле. Это я уже заметил. Сивик более простенький был. Если сейчас... Да ёперный, да... Ебучее уведомление! Да как ваш выключить? Поворот нормально не прошел. Так, тихо. Да ё-моё! Ну теперь, блин, из этой камеры нафиг, тупой. Сбился, блин, нафиг. Как хорошо шел-то, а. Так, рядом. О, отлично, 12 тысяч. Отлично, 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 отлично. 20 тысяч за раз. Хорошо прям. Я прям вообще долбанул сейчас жестко. Оп, сюда проходим. Сколько мы имеем? Наверное, где-то 95 тысяч примерно. Плюс-минус так, да? 104 мы тысячи имеем, это прям вот прям вообще мощно, реально, это прям хорошо, погнали дальше. Прям долбанули жестко. Ага. Фига тут нам призов понадавали, блин, вообще жестко. Так, ну давай. Все. После того, как тебя тиснули на обложку Chrome and Flemon, от твоей тачки будет тащиться вся Германия. Угу. А почему... Видимо, немецкий журнал. Ну, если Германия, ну, получается так. Ну, ладно. Так, а соревнования?
Здесь на время. Выиграешь заезд, получишь супердвижок. Все просто. Давай. За 2.24 нам надо приехать. Окей. Так, стартуем. Так, 2.24 нам надо успеть. Так, пойдем по вот этой стороне. Ну, я думаю, мы успеем. Но Субарик-то вроде как валит. Неплохо. Поэтому, да. Я думаю, нормально будет. Я думаю, будет по кайфу. По крайней мере, я на это надеюсь. А там дальше посмотрим. Насколько это будет кайф или не очень. Ой, блин. Так. Да. Точно так. Вот здесь вот. Сюда, 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 сюда. Так. Пока хорошо идем. Я бы даже сказал, отлично. Отлично. Компенсировали удар об стенку. И хорошо. Да, мы успели. У нас там, по-моему, у нас еще до хера время осталось. У нас еще осталось, получается, 6 секунд. Так вообще без проблем. Что? Опять нужны запчасти? Ну бери, только быстро. Так, тормоз, ага. Так, сейчас посмотрим. У нас... Нам надо, скорее всего, что-то по ускорению, да? Давай вот ЭБУ поставим. Или шины. Не, ну я все-таки ускорением надо, потому что ускорение у нас не очень. Я думаю, да, все-таки вот это нам надо поставить. Логично будет. Спринт следующий. Эй, новенький, ну чё ты тут? Меня Чет зовут. Я прям не могу уже, так ты меня достал. Я никого не достал, чё ты пиздишь, блин? Сразу достал. Как обычно, блин. Какой кошмар, а? Уэу, стартуем. Так. А он на чем едет-то? Чет этот ваш. На селике? Угадал? ХЗ. Ну, скорее всего, на селике, потому что она самая затюнингованная. Куда я поехал-то? Куда я поехал? Реально. А, нормально я проехал. Мне понравилось. Эта трасса новая. Здесь пока еще ни разу не ездили. Это круто, это хорошо. Трасса новая всегда хорошо. Это очень даже хорошо. Так, вот сюда проедем. Это вроде что-то подразбились немножечко, но это не точно. Так, сюда. Сюда, 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 сюда. Так, плюс об стеночку немножечко долбануться. Никак иначе, так. Малёха, нитро долбанем. Так, здесь. Ой, вруливайся. Используем нитро. Так, сюда. Эть, сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, он вот этот на пыжике вообще не встает, блин. Стараемся проходить так, сюда вниз. Так, сюда. Так, ага. Аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Трасса, кстати, достаточно сложная. Много поворотов. Прям главное ошибку не допустить. А то иначе просрём все. Так, сюда. Тихо, нет, 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 тихо, 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 тихо. Не врулился, блин, к сожалению. Реально, к сожалению, не врулился. В этот поворот я. Так, чувак, иди в жопу. Он сзади. Причем очень близко сзади. Так, сюда поеду. Не знаю, хорошо это или плохо. Блин, давай-давай-давай-давай. Субарик, 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 давай-давай-давай. Нет, да... Блядь! Да как ты, да ёптую, да ёп... Реально сложность пошла уже какая-то. И это, с одной стороны, радует, а с другой стороны, блядь, бомбит. Ну, блин, вот эта камера бесит, вот реально. Я не могу тачку корректировать, я не знаю, куда она летит. Так... Сюда, 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 сюда. Тут тупые столбики эти дебильные, блин. Так, сюда. Там у них мясо небольшое, это хорошо. Это мне на руку. Я прошел хорошо, кстати. Да не, да как так-то, ёб твою мать, блядь! Что за говно? К
как он в этот маленький уголочек долбанулся? Да что за хрень-то, ё-моё? Что за, блядь, кошмар, а? Как, вот как это вот, объясните мне, каким образом это происходит? Вообще, как вот? Вот как это можно объяснить нормально? Я не понимаю. Опять, что ли, я проиграю? Да сколько ж можно-то, еб твою мать, блядь. Сюда поеду. Поехал, блядь. Отлично. А так можно было, что ли? Какой кошмар, я не могу, блядь, просто. Какой-то... Да, заново. Давай. Приехал, наконец-то. Вот. Стоило просто помолчать и спокойно проехать. Все, реально. Все, фух, проехал. Отлично. По-моему, бошку тоже заработал новую. Да. А, 9-й позиция в рейтинге, отлично. Замечательно так. Вот следующую гоночку, дрифт у нас. Блин, перекрутило. К сожалению. Так, отлично. Ну, дрифт, я не думаю, что эта проблема будет огромная. Не как в прошлый раз, это гоночка, блин, нафиг. Это гонка, это капец полный. Ну, трасса, блин, реально сложная вообще. По всему прочему. Вот реально. О, мы нифига уже 100 с лишним тысяч там набили, блин. Я вообще... В ахере. И тут же я разбился, блин. Стоило что-то мне сказать, блин, про эти... 100 тысяч. Сразу я все просрал, можно сказать. Мы долбанули 130 тысяч. И это хорошо. Это прям замечательно. Так, драку у нас идут тут. Окей, участвуй. Не волнуйся, я тебя быстро сделаю. Окей. Посмотрю, как ты мне сделаешь. Это еще посмотрю, кто кого сделает. В любом случае. По кого там, это мы уже посмотрим. У меня Субарик так-то валит нормально. Блин. А, сейчас в трафик, давай, в трафик, врежься. Блин, я не словил. Давай. За ним. Давай. Сюда. Отлично, обошел. Хорошо, по кайфу. Ну, я сейчас сказал, обойду. В чем проблема-то? Изи вообще. Тупо не почувствовал. Абсолютно. Вот вообще, от слова совсем. В принципе. Собственно, всем спасибо за просмотр. Там, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там, колокольчик, там, и так далее. Комменты тоже можно написать. Собственно, да. Всем спасибо, всем пока-пока.